Так, всем здрасте. В общем, приехал я на сервис. Ошибка выбила. Проверь инъекции. Ну и заехал на этот самый. Смотрите, какие продаются ножки. На сервисе этот автосалон сразу. Вот. Ламик, не. Это первый типа Hope Line. Ну, обычный прицепикурник. Второй такое же самое, это модификация. Вот. В принципе, смотрите, вот обычный Hope Line. Homeline. Вот второй такой же самый курник Homeline, но видите, будка широкая, пошире идет. По-моему, если не ошибаюсь, 2,5 метра ширина вот этой машины идет. Именно здесь увеличенные зеркала, как вы видите. Да. Увеличенные зеркала, ну и шире это. Чтобы был обзор хороший. Ламико. Курник. Ну, спальник. Тоже вверху. Такой вот вариант. Автомобили. И вот, кстати, красавчик. Это моя мечта, наверное. Я не знаю. Блин. Конец, колеса одинаковые. Вот моя мечта. Траклайн. Но это траклайн. Идет. Так, сесть бы хотелось на эту. Тут тоже получается. Пошире идет будка. И сзади идет, за счет того, что этот самый сзади спальник, вы видите, вот здесь заканчивается сразу. А здесь дальше протягивается он. Вот от двери. И сзади там спальник, он там видно. Из-за этого они сделали пошире будку. Как-то так. Вот такой вот красавчик. Кстати, резина хорошая на нем стоит. Континенталь, по-моему. Да, континентальская. А и вот тоже на этом континенталь. Ну, такой вот хороший реношек. Тоже зеркала пошире идут. О, нет, подождите. А, это тоже вот с курником, тоже широкий. Как видно. Вот такая вот бандура. Большая. Все новенькие. Новенькие полностью. В пленке, в клеенке и тому подобное. И последний вариант у нас Homeline тоже. Блин, а в чем их отличие? А ни в чем. Все одинаковое. Ну вот это, конечно, из-за этого, из-за этих широких, ну, блин, не знаю, это уродство, конечно. Такие широкие будки. Да ну, блин, херня, честно говоря. Не хотелось бы на таком сарае ездить с такими широкими зеркалами. Он синенький, да, вариант, самый классный. У него зеркала нормальные. И по ширине он нормальный. Если я не ошибаюсь. Сейчас даже посмотрим. А не, нифига, ошибся я. Да, широкий. Тоже. И вот, кстати, еще есть вариант. Блин, ну красавчик, не знаю, мне нравится. Вообще просто жирная махина. Такая вот красивая реноха. Траклайн. Траклайн. Написано, что тут у нас. Вон там. Так. Интервак. А что тут? Так, 3,5, Energy 170 евро, так, DCI 170, ну, евро 6, 100%, как бы, 18 года машина. Тоже континенталь, хорошая резина. Ну, я сравниваю со своей дешманской Радиалтом. Во, вообще, вариант бомбейский. Такая вот мечта, блин. Правда, видите, тут ширина спалка вот здесь. Вот дверь, к примеру, сравниваем. Колесо, да, и ширина этой спалки. Ну, как бы места маловато для сна. Там кроватка маленькая. А, тут еще сиденье. Пацаны сиденье снимают. Рация уже монтирована. Так вот. А, и магнитофоны, кстати, уже поменяли. Другие у них стоят в этих машинах.
Ну, места мало, реально места мало, вот здесь именно для сна. Вверху, конечно, да, мест куча, именно можно послаживать шмотки всякие себе туда. То есть места для вещей вообще офигенно много для водителя. Вот так, кабина спальна, так, ASD Trackline, Renault Master, тыры-пыры-тыры-пыры. Trackline, а есть же спой-траки, блин, всякие спой-кары. Ладно. Не, офигенский вариант. О, таких тут еще, ёпт, ПРСТ. Еще до хера и много мастерочек такой. Ну да, вот широкий. Вот тоже хороший мастерочек. Кстати, хороший мастерочек. Курник такой, как у меня, Ламика был. На первой машине, на красной. На которой я ездил. И что она здесь у нас говорит? Ага. Все стандартное. Все полностью тупо стандартная, и кабина еще это такая вот, ну то есть курник старый, он там тоже стоит с таким же самым курником. Но это помощь дорожная, такой вот матеренький. Кстати, заднеприводный, прикольная тема. Кстати, фотка, а, блин, фотка, ладно, там видос, где-то я, по-моему, первая машина или вторая там была, которая в начале видео. Цена, сейчас сразу скажу, цена 100, ой, 100, говорю, 99 тысяч, по-моему, злотых. Вот так вот. 90, 100 тысяч злотых, это что, 750 тысяч гривен? Новая, короче. А, он, кстати, блин, вон он, по-моему, стоит. Спой трак. Ну, это реношка такая, не интересует меня. Это тоже нет. А ну-ка, давайте пойдем посмотрим туда. Это тоже новенькая, видите, ламика. Это такие, как у меня. Блин, давайте посмотрим на тот спой трак, по-моему, он должен быть там стоять, если не ошибаюсь. Проходим мимо. А, вот он, блин, тоже жирный. А, кстати, блин, а что-то он такой высокий. По-моему, здесь еще и спальник вверху. Не, нету спальника здесь. Но он классный. Именно аэродинамика у него четкая. Тоже, повторюсь, резина бомба. Кстати, не широкий, кстати, выполнен очень классно. Вот он, вариант этот, который я видел. По центру сидения нету, его вообще пацаны убирают, выбрасывают и все. Сзади спальник. Спальник маленький, а вверху потом еще вот здесь куча вещей можно накидать. То есть, ну, свои вещи, которые взял, послаживать. Такой вот вариант. Классный. Блин, не написано, чей он. Да, не написано. 181, это что, 181 косарь? А вот тоже стоит, смотрите. Такой же самый варик. Не, ну не клевая в натуре. Вот видон у них вообще совсем иной. Офигенские. 127. Ведь я так не могу понять, это цифры типа этой цены, наверное. А вот с виндой зеленый. Винда де Голландия. А ну-ка, они, кстати, додумались сделать ящик уже внизу, повыше. Да, ящик повыше уже. В моем случае ящик очень низко цепляет. Цеплять можно все, что хочешь, а здесь уже ящик повыше. Уже поумнее они сделали, видите? То есть получается, как раз ящик закрывается от этой металлической штукой, ну, защитой. Ой, винда тоже точно как у меня, просто что у меня очень низкий ящик. Из-за этого можно цеплять все, что хочешь, ломать его постоянно. Помощь дорожная нас не интересует. Сейчас я вам еще попробую показать, если найду. А желтенький такой он стоит, именно самый эксклюзивный вариант. А, car spoiler. Design. Блин, Design. Вот, смотрите.
видно невидному. Видите, сиденье, водительское сиденье на этот самый пневмоподвеске. Короче, вы поняли. Вообще бомба. Выставляешь, он там есть крутилочка такая, видно. Выставляешь себе свой вес, и она будет под твоим весом гулять вообще четко. Ну, типа, под твой вес именно нужно, под свой вес можно настраивать ее. Как-то так вот. Ну, в принципе, так, блин. Шо, ничего, в принципе, тут нового нету, все. У них все по-старому, ничего не меняют, мордахи, все. Такое вот. Вот в моем варианте, смотрите. Ну, сарай грязный, да, это понятное дело. И щиток де Голландия, смотрите, как он низко находится. Ниже вот этой вот, вы поняли. Вот этой вот херни, ниже вот этой херни. Получается, когда подъезжаешь, эта херня не цепляет, а до Голландии можно зацепить и развалякать. Но он, водитель, взял, развалякал. Ну, сдавал ношу, человек не виноват, как бы. Там сильно ты не увидишь. Как-то так. Ну, в моем случае вот такая вот сараюка. Как-то вот так. Так что, ладно, пишите в комментарии, кому какие понравились варианты кабины курника. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.